Это будет вообще вся ручная работа. Да. Ручная. Надо ручная. Временно. Временно. Да. Пожалуйста. Раз, раз, раз. Значит, про картину. Картина — это как часть того, что я хотел рассказать. Я хочу сказать, что картины, скульптуры, там, любые вещи, которые делает человек, имеют его энергетику, и имеют его энергетический паспорт, как бы. Обязательно смещать. Берем красную. Пример черный. Или так вот. Так вот намазываем, так намазываем, вот, так, видно? Да. Вот, эту кисточку кладем, берем вторую кисточку, вот, белую, обязательно в краску макнуть, и наносим на вторую часть, аккуратно. Все видно? Вот. И вот тут надо вот так вот. Раз, раз, раз. Видно, видно. Вот.
Но тут получается такой вот эффект. Такой эффект получается. Вот. И все. Можно. Вот пускай это сохнет. И потом это будет произведение искусства. Все. Про кошку. Значит, исследовал, будет ли энергия в скульптуре. Слепил, поставил в печь. После этого энергия исчезла. Сгорела. Я опечалился, но, пометуя про картины, понял, что надо нанести сверху акрил. Акрил поставил, залачил. Долго, кстати, очень долго сохло. Это я вторым, другим уже лаком, тогда она вот более-менее. Так вот стояла 2 месяца и липла. Может быть, излучение, не знаю. И вот энергия вернулась. То есть энергию можно выжечь, убрать, если поставить какой-то предмет куда-то вот в печь. Ну, допустим, вредная какая-то. Обратный процесс. Обнуление. Точно, Игорь, делали же это, печи запекали, меняли судьбу. Есть такой обряд. Вот. У меня мурашки пошли. Вот. Точно, точно. И у меня тоже. Живая шляпа, это живая коробка. Да, живая коробка. Стой, стой. Ой, вот так. Чинушки. Пойдешь, смотри. Thank you.
всяких при оформлении. О, шипнем мерси боку. Отшибит потертое седло, и теперь ходит белую рану. Супер к черту занесло, что вам покой не по карману. Пара-пара, порадуемся на своем веку, красавице и куку, счастливому веку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, не расшибем на все боку. Красавице и кубку, счастливому клинку, пока-пока, покачивая перьями на шляпах, мы не расшибнем мерзкий бабуль, пока порадуемся парадарам. Покачивая перьями на шляпах, и не расшибнёмся. Проигрывает 3000 рублей. Это пустячок, но приятно. Я вам честно скажу, что рекорд у нас поставил, по-моему, Олег Газманов, который проиграл 10 тысяч рублей. Вообще, Олег Газманов... С Газманом играет. Kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio. They play...